те, кто не знают, у меня еще было два ролика монтировать, но у меня какие-то проблемы стали, и, короче, я их не могу смонтировать. И вот, начинаем видео. Всем привет, это Саша Зацепер. И Максим Заселин. Да. Короче, мы будем играть в Tower Defense. Блин. Ну, ничего. Как мы будем играть? Видишь, как я прыгаю, да? Как я прыгаю? Кузнечик. Как? Кузнечик? Прокляком ли ты куда-то скачем? Чуть-чуть. Прокляком ли ты? Ты якси скачешь по обыкновению. На скачем якси прикликнул. Иди сюда, давай. Нормал. Нормал. Инсейм. Пизди, пизди, лимон склиз. Да, иди сюда. Иди. Иди. Будешь проходить? Я кузнечик. А ты знал, что кузнечки, когда спариваются с самкой, самки откусывают им головы? Самцов откусывают головы. А, да, каннибализм, каннибализм. Или просто, чтобы как питательные вещества, все это. Хорошо, такое. Что не откусывают им моральное... Моральное... И физическое там. Тоже. Короче, все. Ну, главное, что не укусили им ихний самый главный агрегат. Морковку. Да. Или банан. Что хочешь сказать, огурец? Пидор. Так, я фармлю. Что мы тут делаем? А ну-ка машину. Подожди, стой на месте, да. Стой. Не-не-не. Морально уничтожена. Ты не снял, что ли? Давай сравним скины. Мой стоит где-то... Ноль. Где-то тысяча. У тебя даже нет 5 робоксов. У меня нет одного, ты что говоришь? Мне просто скажи, если у тебя есть какая-то одежда за робоксы. Нет, у меня вообще нет робоксов. Ты откуда взял робоксы-то? Ну, купил. У меня осталось 200, я, наверное, скоро куплю 800 еще. А ты знаешь, что можешь сделать свою одежду, но ты должен потратить 100 робоксов. И если твои друзья будут помогать в создании одежды, то они могут как-то получать процент. Ставь все. Смотри, где-то за полтора месяца можешь... Пару тысяч, тысячу плюс, наверное, если людям будет нравиться, ну, как, типа, мерч твой. А, чувак, давай, а Саш. А ты как задонатил вообще, я вообще не понимаю. Как вы донатите все, я не понимаю, ёпта. Ну, родители, карточка. Родители, карточка. И хорошие оценки по какому-то предмету, и все готово. И все, но у меня не так, понимаешь? У меня вообще... Мне просто мне по какое-то время как хорошо себя вести, там полагать, что хорошие оценки надо, и как и чтобы родители довольны были. Да, там, мои, и, я делаю хорошие вещи, как хорошие оценки, хорошие... Все делаю, но мне просто папа говорит, ну нет... Вообще. Сам заработай. Я, ну, потому что, например, я сестре говорю, вот тебе деньги за дом. Я, хорошо, давай. Как, потому что это ж мои деньги. И как, и она как в плюс же такое, да, как деньги, зарплата. Ой,
меня за... Откуда у меня это... Мои богатства. Так, что ты кто у меня есть? Ты кто? Ты самый первый. А, ты самый... И не знаю, откуда он мне появился, как бы я его даже не ставил. Хуй сосу, понял? Не, ну смотри, как со скином, когда тебе не очень... Он же ничего не делает, зачем он тебе? Промени его. Не, просто смотрю, как, какие у меня есть. Я не смотрю, а... Что это такое? Что я делаю? Ням-ням-ням машинки идут. Этот скаут вообще ничего не делает. Хочешь, как оружие твой пенис? Мы братья, потому что мы в очках и в наушниках вдвоём. Да? Тут там так много будет. Ага. Дети. Так, вот я... Ах ты крыль! Ты сам пришёл их туда ставить. Это не моя мина. Пидорюга, мне сейчас как платить за... Хотя бы один поставишь у меня, и ты первый можешь поставить какие-то все. Я не виноват, я ты сам... Делаем так, карты, пример. Продаешь их быстро. Да. Давай. Тактическое отступление. Сегодня вышло много по Бравлу. Не знаю, по Бравлу я сегодня с много людей надо было в Одессу. Я встретил мальчика, который катал Бравлу. Он был каким-то слишком слабым. Я хотел сказать, давай я типа могу стать сильнее, потому что смотри, такой слабый, как... покупка. Не, а чё? Я не против помочь. Ну, чтоб чел прокачался, чтоб мог. Ссылка на Максима в описании. Подписывайтесь. Я буду скоро выходные стримить. Буду легендарку Крой поднимать к 700 кубкам. Я уже поднял на 650. Мне мой друг помогал. Один из лучших друзей. Саша за тебя тоже один из лучших друзей. Ну, мы... Так, не будем вызывать. Мы... Кастренко. Короче, там... короче, заканчивать видео надо... Перемотнём немножечко ленточку, давайте. Так, продолжаем. Да, Максим? Угу. Просто ничего не говорим, потому что монтаж сделаем.
Я считаю, это была шутка. Так, первый. Ладно. Мне вырезать этот момент? Да. Да? И что за три мога дать бан от канала? Знаешь. Типа, слушайте, говорю, за что за время? Мога дать бан от канала, и кому родители тебе скажут. Что там наливал такое? Ладно. Надо вылезать как можно быстрее. Подписчики не жалеют, поставят репорт. Не, сами тут тебя забавить. Да. Умать. Надо? Отбегаю. Тебя поздравить, у тебя было, по-моему, скоро будет уже первые 10 подписчиков. Я не верю, но, наверное, уже скоро сделаю первые 50. Поэтому говорю, поздравляю. Ну что, мне сделал подписчики? А ну куда-нибудь посмотрим. Это надо втором назад. Я же говорю. Уже будет скоро ваша. Я же говорю, как тут уже десятка будет. У меня такие деньги, я хочу поднять свои. Первый. Если что, подписывайтесь. У меня больше подписчиков, как я делала. Если кто любит, как удачно. Браво, у меня есть ситуация. Ну ничего, мы проиграли, вот. Предлагаю Мётр Тайкон показать подписчикам, снимем. Да, да, давай. Войнушек. Давайте уничтожать Россию. Подписчики. Ну, смотри, если будет Россия и Украина будут свободны, мы будем за эти державы. Да. Тогда мы уничтожим Германию. И Америку. Да. И эту, Британию. О, Россия и это Украина свободна. Давай, бери Россию, я Украина, я хочу Украину. Это моя... Просто это моя страстная программа. Я в Майнкрафте Россия. Я еще где Россия? Я в Робоксе Россия. Я в Цессе Украина. Да, Украина, не Россия. В принципе, моя родина Болгария, но Россия. Бля, надо вырезать. Россия. Я сказал. Так, я создаваю клан. Какой клан? Кого-то, кроме нас, пригласить? Нет. А какое три черточки, звезды, гранату, танк, волк, коня? Давай бомбу. Смотри, у нас иконку, как думаешь? А, я приглашу клан, которого как знак России, как подчиняется России. Давай ко мне на базу. Подожди, возьму экипировочку. Опа. Видишь, все у меня так красиво. Нет, кого-то надо было. Смотри, у нас Сербия. Она как подчиняется России. Так что у нас все из одного альянса. Так что все хорошо.
А он уже сколько арбитров сделал? Интересно. А так, Сербия, Израиль. Во, Сербия, он только начал развиваться. Давай ему по чекаточке дадим, чтобы развился парень. А то жалко как-то. Только начал играть. Мы тоже были такими, ничего. Мы прошли этот момент, и мы уже в топах, да. Да. Мы не против помогать людям, кто тоже сами развивается и помогает. Да. Если хочешь, я думаю... Ты долбоёба! Так. Ты даже не делал. А ну Давай. Поехали. А то побыстрее. Сядь. Раскачается. Ой. Так, на, я остался сам. Помянем. Не. Так, я пришел тебя забирать. Ой, я просто хотел тебя забрать, потому что ты мой забрал. Я тебя ставлю на твои объявления. Сейчас попучу. Ты просто послал этому. Поставь меня на мой авианосец. Я же это делаю. Так, я выкладываю клану, который есть лобо. Называется. А что если? Ой, нет. Дай, прыгай. Быстрее. Давай. У нас война скоро будет, а ты тут сидишь, прохлаждаешься. Ракета что-то не есть. Заберем бомбардировщика, который не спаун. Мы будем только с... это только один человек, мы его размажем. Да. Ну, все-таки мне надо расслаблять бдительность, а то... Потому что я у нас... А, их двое даже, Саш. Их двое. Этот? Один в битве. Один сражается в битвах. Ты какой взял? Бомбардировщики, на которые стреляют. Тебя подорвали? Меня подорвали ракетной установкой Берлини. Меня как подорвали? Я вот так понял. Эти установки. Это жизнь, братан, ты чё, не знал? Ой-ой-ой. Быстрее бери вертолёт и бери это. Или на... Так я взорвал лодку, которая у него была, на всякий случай. Так, нам надо...